На протяжении нескольких дней в Ярселе проходит серия рейдов, направленных на контроль за соблюдением противоэпидемиологических норм. Так, в конце прошлой недели сотрудники полиции отдела по делам ГОИЧС совместно с представителями торгового отдела проверили соблюдение таксистами и их пассажирами масочного режима и раздали им памятки о мерах предосторожности. Мы работаем с предпринимателями, работаем с таксистами, напоминаем им о необходимости соблюдения этих правил, о необходимости использования средств индивидуальной защиты в виде маски, медицинской маски, необходимости обработки ручек дверей, проветривания автомобилей. На постоянной основе проверяется соблюдение масочного режима на торговых объектах поселка. Так, очередная проверка показала, что требования безопасности, такие как ношение масок, наличие разметки социального дистанцирования и средств дезинфекции на входе в торговый объект соблюдены. На входе в магазины висят таблички с напоминанием о ношении защитной маски. Кроме того, данные меры соблюдаются не только предпринимателями, но и их клиентами. Прокуратура Ямальского района была проведена проверка Иерусалимской центральной районной больницы, в результате чего были выявлены нарушения, связанные с ненадлежащей эксплуатацией аппаратов искусственной вентиляции легких. Нарушения заключались в несвоевременном обеспечении планового технического обследования данного медицинского оборудования, вследствие чего прокуратура Ямальского района главному врачу медицинского учреждения было внесено представление. По результатам рассмотрения акта прокурорского реагирования все нарушения устранены. Одно должностное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности. Кроме того, в отношении заместителя главного врача, курирующего данное направление, возбуждено дело об административном правонарушении, предусмотренное статьей 6.28 Кодекса об административных правонарушениях. По результатам рассмотрения данного дела виновное должностное лицо привлечено к ответственности в виде административного штрафа на сумму 5000 рублей. Надзор в сфере законодательства исполнения законодательства о здравоохранении, в том числе при распространении коронавирусной инфекции, является одним из приоритетных направлений прокуратуры района и будет продолжен. На Ямале может появиться горнолыжный курорт. Проект включает создание в 2024 году на Полярном Урале горнолыжного комплекса мирового уровня с развитой сетью отелей различного класса, предприятиями общепита и развлекательными объектами. Данный проект представила команда округа на образовательной программе в Москве. Планируется построить объект в 40 минутах от Салехарда. Туристический поток будут составлять как жители округа, так и гости из других регионов. Преимуществами Ямала являются близость столицы округа к Москве и Санкт-Петербургу, длинный горнолыжный сезон с октября до мая, богатая природа и национальный колорит. Поддержать ямальцев на финальном этапе приехал губернатор округа. Этот год показал такой огромный запрос у наших жителей, у всех россиян, на то, чтобы новые дислокации появлялись. Здесь я сам вижу вот историю горнолыжную, она такая, так сказать, базовая, а самая ее фишка всего проекта – это вот то, что рядом. Это и сияние, это уникальная культура севера, которая действительно манит магнитом гораздо больше, чем даже какой-то крутой спуск. На Ямале ввиду закрытия навигации и начала распутицы закончена доставка почты по средствам водного транспорта. Последний рейс в сторону Ярсели был совершен 18 октября. На нем было доставлено порядка 2 тонн почтовых отправлений. В общем, за сезон навигации 2020 года было совершено 63 рейса. На них в удаленные населенные пункты округа доставили более 63 тонн почтового груза, 37 из них в Ярселе. Завершив последние рейсы, речной почтовый транспорт встанет на техобслуживание. В период распутицы почту в Ямальский район будут доставлять при помощи пассажирских авиарейсов. С их помощью за период навигации в Ямальский район также было доставлено порядка 2 тонн посылок. С наступлением распутицы и закрытием речной навигации почтовые отправления в Ямальский район будут доставляться пассажирским регулярным авиасообщением 6 раз в неделю. Принимая во внимание установленные авиакомпанией «Ямал» лимит на почтовый груз до 50 кг сразу в 3 направления Ямальского района, почтовые отправления будут доставляться также чартерными авиарейсами и наемным автотранспортом на вездеходах.